Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове продолжается программа «Дневной разворот». По-прежнему в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. И Вадим Баракин, заместитель генерального директора, главный инженер компании «Газпром газораспределение Киров». И Александр Чиликин, заместитель генерального директора по общим вопросам компании «Газпром газораспределение Киров». Вопрос, кстати, нам от слушателей продолжает поступать. 211-101, номер нашего прямого эфира. Кроме того, вы можете поучаствовать в опросе. Совершенно такой, может быть, даже дурацкий вопрос. Мы же сообщили все всем, Володь. Сообщили уже? Конечно. 0-4 уже все. Мы же прям инструкцию Нет, люди продолжают голосовать. А я люди, смотрю, кстати, голосуют. ВКонтакте там продолжают. Ну, это же такой, наверное, квест. И на их квест, тоже голосуют на сайте echokirov.ru. Голосуют. Мы предлагали вам выбрать номер, по которому нужно позвонить, если вы почувствуете в доме запах газа. 911-01-04-007-112, какой-то другой номер. Ну вот 82% на сайте echokirov.ru выбирает 04. 60% по-прежнему на странице ВКонтакте. А 9% 01 и 9% 112. А что за номер такой? 112? Единая спасательная служба. Серьезно? Да. У нас такая есть? Есть такая. Ну, берите на заметку. Ну, как и было обещано в первом части, второй час мы более посвятим таким социальным вопросам, да, в решении которых участвует компания «Газпром распределение Киров». Мы с компанией «Газпром газораспределение Киров» начнем серию программ, где будем приглашать большие наши организации, там, заводы и прочее, и будем расспрашивать их, что они делают для родного города. Во всех отношениях. Для людей, отдельных социальных групп, для благоустройства и прочее. Вот давно мы этим хотели заняться. И я даже раскрою вам секрет, что на ближайшем заседании комиссии по экологии и природопользованию общественной палаты мы будем заслушивать доклады предприятий по этому вопросу. Но пока еще это заседание состоялось, вот мы сегодня сделаем такую прелюдию и поговорим о том, что делает ответственный бизнес. Здесь, судя по тому материалу, который представлен, можно вполне назвать вашу компанию социально ответственным бизнесом. Что делать для этого города и для этих людей. Мы начали об этом говорить, по-моему, зимой еще, да? Угу. Когда освещали посадку деревьев на улице Щерса, по-моему. Щерса, что Пугачева. Ли? Пугачева. Да, Пугачева, небольшой сквер у нового дома построенного, да? Но там сажали как раз сотрудники, насколько я понимаю, ваши сажали сотрудники деревья. И это все входило в программу «55 добрых дел». Программа завершилась вот сейчас. Приуроченная к 55-летию компании, да, который отмечался в прошлом 2015 году. Александр Юрьевич. Да, программа завершилась, но не закончились добрые дела. Вот мы стараемся и продолжать выполнение добрых дел, как для города, так и для области. В частности, мы сохранили отношения с воспитанниками детских домов. Это и Спас Италийский детский дом, который мы курируем, и Верховондонская школа-интернат. Мы выделяем некоторые средства для этих учреждений, помогаем в организации поездок для детей, проводим какие-то мероприятия для этих детей силами, ну, своими собственными силами, силами наших сотрудников. То есть это система, это не разовая. Да, это не разовая как бы акция, это постоянное то, что у нас ежегодно происходит. Также мы в этом году, в апреле, организовали благотворительную пасхальную ярмарку. Все средства были направлены на проведение развивающих занятий в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития. «Дорогой добра» называется этот центр. Мы очень хорошо знаем этот центр, и наши слушатели тоже. Это наши добрые друзья. Да. Начиная с этого года мы стали одним из партнеров благотворительного пробега «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. И это тоже «Дорогой добра» продвигает замечательный этот проект. Мне очень нравится, и один это важно. Проектов. Мы должны подчеркнуть, что это самое важное здесь, вот о чем говорит Александр Юрьевич, это система. Мы просто помним, Александр Юрьевич, мы здесь в этой студии рассказывали, как девочки начинали, девочки, я имею в виду родительниц особенных детей, да, особых детей с «Дорогой добра», как они начинали, как с трудом организовывались первые вот такие пробеги «Спорт во благо» и прочее. И как мы рады вот сейчас, что у них появились постоянные партнеры и друзья, которые поддерживают их. Это здорово. Ну, мы стараемся вовлекать своих сотрудников во все эти процессы, чтобы они своими собственными глазами это увидели. Потому что только когда ты сам увидишь этих детей, ты начинаешь это чувствовать и понимать, для чего вообще ты это делаешь. Как они реагируют? Ну, очень растроганы на самом деле.
И некоторым очень тяжело вот внутренне воспринять, что вот такие вот люди есть, и очень хорошо, что мы им помогаем. А это же очень важно, вот этот вот важный момент, не просто собрать средства на то, чтобы у «Дорогой добра» появилась поддержка, чтобы они продолжали свои программы. Ведь одной из очень важных задач является как раз вот разрушение этих барьеров, которые есть между нами и ими, которые строились, ну, долгие годы в силу системы, которая была в нашей стране. И вот эта встреча как раз, совместная деятельность, она чуть ли не больше пользы еще приносит, чем там финансовые вложения, например. Да, что касается еще детей, мы помогаем некоторым детским спортивным школам, помогаем детям. Мы участвуем в благотворительных стипендиях для одаренных детей из малообеспеченных семей. У нас есть свой стипендиат одного из фондов. И это тоже системная работа. Да, фонд Содружества. И начиная с этого года мы решили еще поддерживать талантливых детей, творческих талантливых детей. Есть проект на базе детской филармонии, да, тоже из малообеспеченных семей. А как? А расскажите, можете поподробнее про этот проект на базе детской филармонии? Да. Я сразу детскую филармонию представляю, потому что мы вот туда с дочерью ходили совсем маленькие, когда были. Да, то есть вот есть дети, которые успевают не только хорошо учиться, но еще реализовывать свои творческие таланты. Это таланты могут быть и в пении, в танцах, в игре на музыкальных инструментах. Есть какие-то определенные категории детей, которые там очень серьезные спортивные успехи показывают. И вот этих детей мы тоже будем отдельно поддерживать. А как это происходит, Александр Юрьевич? Вот смотрите, есть детская филармония или есть там детские спортивные школы? Есть благотворительные фонды, которые работают с детской филармонией. Они к вам обращаются? Да. Они к вам обращаются? Они к нам обращаются. А бывает, указывают на тех детишек, да, вот неплохо бы помочь, да? Ну, вот они программу организуют и ходят по предприятиям, которые являются социально ответственными за поддержкой. А бывают у вас такие ситуации, когда инициатива идет не от фондов, а от ваших сотрудников? Напрямую. Ну, вот человек приходит какой-нибудь активный, говорит, вы знаете, вот я думаю, что вот это было бы... У нас было пара случаев, когда мы помогали нашим сотрудникам. Нет, я не это имела в виду. Что они именно обращают внимание на проекты, которые существуют там вот в городе, например, или в области. Да, у нас есть. Есть такие? Да, у нас есть некая креативная команда внутри нашей организации, которая предложения постоянно приносят по участию в тех или иных благотворительных проектах и вообще в некоторых акциях, которые проводятся на базе города или области. Креативная команда собирается периодически? Это обсуждает? Да, видимо, собирается. Идеи, возникающие в этом отношении. Так что работа проводится в отношении, да? Да, работа проводится. Плюс ко всему, у нас стала этой традицией теперь доброе же проведение Дня донора. Так. Да, то есть один раз сотрудники, вот мы их организовали, они нас попробовали, очень понравился, и теперь... И куда вы ездите, да, сдавать кровь? Мы договариваемся. Нет, можно же пригласить. К нам приезжают, да, приезжает, да, и у нас мобильный пункт. Мобильный пункт, и на базе предприятия люди сдают кровь. Это значит, что еще у вас и здоровые сотрудники, здоровые раз сотрудники, они участвуют, конечно, в такой акции. А сколько, кстати, вообще общая численность сотрудников? Примерно по региону, то есть насколько вы большое предприятие? 1600 человек примерно у нас общая численность сотрудников, 10 филиалов, Вадим Николаевич говорил. Ну и плюс ко всему, в рамках акции «55 добрых дел» однажды мы сделали бесплатно открытый каток у Дворца пионеров. Мемориал? Вот, и нам это очень понравилось. И людям, наверное, понравилось. И людям понравилось, да. И мы потом учли первые ошибки первого катка, их уже в прошлом году исправили. Этот каток... При установлении низких температур и наличии снега будет у нас функционировать. И в этом году мы сделаем тоже этот каток. Там освещение у нас будет, его чистят ежедневно. То есть, да, и все жители окрестных домов приходят. Это Дворец пионеров, мемориал, да? Дворец пионеров, да. Это со стороны улицы Попова. Да. Со стороны улицы Попова, а да. Это интересно, вы в курсе жизни вообще этой территории Дворца Общаетесь пионеров? Общаетесь с активистами, да, тут которые же очень радеют за эту территорию. Недавно с подачи, территорию. Кстати говоря, Игоря Васильева, временно исполняющего обязанности главы региона, было большое собрание, где обсуждалась судьба этой территории и концепция развития парковой территории там. Вас не приглашали? Нас не приглашали, но мы общаемся с территориальным управлением Ленинского района. И я думаю, если будут какие-то изменения, мы обязательно узнаем об этом. Как бы. Ага. Ну, мы, кстати, есть что сказать про Ленинский район. Похвалить их снова и снова, да? Ну, что касается данного катка в этом парке, то мы ведь неоднократно в нашей студии слышали эти положительные отзывы о том, что вот газовики
организуют этот каток, и хотелось бы, чтобы это все продолжалось ежегодно. Да, сейчас прервемся на одну минуту буквально и продолжим. Напоминаю, что мы говорим с представителями компании «Газпром газораспределение Киров» о социальной роли предприятия в жизни города. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Мы беседуем со специалистами «Газпром» газораспределения Киров о социальной роли предприятия в жизни города. Вот сейчас никогда не заканчивается обсуждение в перерыве, и мы говорили о судьбе прилегающей территории к Дворцу пионеров «Мемориал». И нам наши гости подтвердили, что они собираются участвовать в его развитии и там держат руку на пульсе. Это очень хорошо, это радует, это придает надежды. А вот я знаю, что сейчас не может быть по-другому, если ваша компания касается там, природных ресурсов, то, наверное, какие-то экологические программы тоже в компании есть. Но кто еще должен нести там экологически правильное там поведение в жизни, как не сотрудники таких компаний? Что у вас на эту тему имеется? Да, мы на самом деле идем в ногу с энергоэффективностью и стараемся выполнять те показатели, которые установлены сегодняшним днем. Но последний год мы вот развиваем экологическое сознание в коллективе и стараемся прививать этикет разумного расходования ресурсов. Вот. И наши коллеги очень хорошо, тепло и, я считаю, правильно это воспринимают. Мы делали организованный сбор батареек, акцию «Час земли». Начали впервые собирать макулатуру и вспомнили, как это было в школьные годы. Да. От вас надо отталкиваться. Мы тоже своей активной группой, как у вас креативной, так и у нас. И обращаемся ко всем специалистам. Хорошо бы, чтобы каждая компания это делала. На самом деле это было очень интересно для самих сотрудников. Да? Они приносили старые газеты, журналы из дома, какие-то книжки старые там уже. Роман-газеты еще у кого-нибудь попадается? Роман-газеты, да. И вы знаете, мы там дарили им определенные призы там по отделам, которые больше всех собрали макулатуры. И все эти деньги мы потом направляем также на благотворительность. А вы продолжать это будете, сбор макулатуры, да? Да, конечно. Я понимаю, что деньги, конечно, небольшие. Сам факт очень важен, да? Вот это как раз экологичное отношение. Что-то нигде не валяется, к окружающей не захламляет среде. Территорию. Централизованно принимается. Да, участвуем также мы в различных экологических субботниках. Тоже два. Экологические субботники, которые объявляет администрация Кирова, которые, или у вас собственная инициатива? Которые администрация объявляет, есть активисты там, еще всевозможные. Активисты, да? Есть «Зеленая страна», вот ежегодно, как бы федерального уровня. Так, что это такое «Зеленая страна»? «Зеленая страна» — это большой экологический субботник, который... Серьезно? Да. Кроме вас, наверное, никто не знает об этом. Я чувствую, что нам придется посотрудничать с вашей креативной группой и информировать население о том, что происходит, какие акции в этом направлении на федеральном уровне есть. Потому что, к сожалению, правда, надо сказать, что мало очень в эту сторону информации там распространяется городом. Мы за это радеем, и сейчас городом собираемся объединить усилия, информировать людей, чтобы таких, как вы, больше становилось. Наша группа компаний — это экологически ответственные предприятия, поэтому мы не можем допустить, чтобы что-то с экологией стало плохо. А вот на эти субботники выходят как и рядовые сотрудники компании, так и руководители. Абсолютно. Вы непосредственно Абсолютно ходите? Абсолютно все выходят, да? На эти субботники, да. Как-то поощряются работники за это? Не знаю, какой профит они имеют от этого? То есть это как у вас происходит? Грамотой. Если мы поняли уже с пробегом «Спорт во благо», тут невозможно не отреагировать, видя ребят, которые там участвуют, их лучезарных, правда, родителей, очень позитивных. Кстати, ваша корпоративная команда тоже ведь участвует. Да, так мы об этом сказали, конечно. То здесь как это происходит в субботнике? Так... Сказало руководство. Сейчас мы пошли на субботник, мы экологически ответственные, компания, бизнес, и будем вас развивать сотрудникам. От каждого отдела по два человека. Так у происходит? Нас, знаете, не от каждого отдела по два человека, на самом деле. У нас есть некоторые рабочие места, с которых люди просто не могут уйти. Это понятно. Да, потому что у нас, в принципе, предприятие, которое связано с опасными производственными объектами. Насколько просто эта идея уже экологическая укоренилась в головах ваших сотрудников? Не знаю. Все с улыбками на лицах ходят, если потом можно посмотреть там фотографии, которые остаются, да. Люди именно командно приходят и что-то делают, убираются. И самим им это нравится. Возможно, что-то еще в плане экологического сбережения? Что-то планируется, какие-то новые идеи?
Ну, наверное, идеи родятся. Угу. Сейчас достаточно много идей, которые необходимо поддерживать постоянно. То есть вот все вот эти акции, про которые я сказал, мы, конечно, их будем поддерживать, от них отказываться не будем. Я сообщу об этом в общественной палате на экологическом комиссии по экологии. Хорошо. Мы знаем, что вы также являлись спонсором фестиваля «Играй для жизни». Этот фестиваль, о нем мы рассказывали здесь, в нашей студии, приходили организаторы. И расскажите подробнее, как вы к этому мероприятию, какое отношение имели, там, только ли денежные, или, может быть, сами играли в интеллектуальные игры, вообще распространено ли это среди ваших сотрудников? Да, несколько вот наших сотрудников играют в спортивное «Что, где, когда» на городском уровне. И эту идею они донесли до руководства. А вот как раз. То есть да, донесли до руководства эту идею. И в прошлом году мы впервые сделали свой корпоративный внутренний турнир по «Что, где, когда» внутри компании. И очень было интересно смотреть за людьми. То есть, ну, 8 у нас было команд, или 9 даже. Все восприняли на ура. И были какие-то победители, кто-то победил, там споры жаркие и так далее. И в этом году мы проводили второй раз уже турниры. Люди уже целенаправленно готовились, как бы, и победитель сменился. Но людям очень самим это понравилось, и поэтому эту традицию мы будем продолжать. И мы общаемся вот с Лигой интеллектуальных игр «Вятки». Мы помогаем им в некоторые моменты в представлении помещений. Вот. И в этом году мы были одним из партнеров фестиваля «Играй для жизни». Да, то надо есть просто сказать, что да, все деньги от этого фестиваля поступили в фонд, который помогает онкобольным детям. Да. Что очень-очень важно, конечно. Да. Да, и что интересно, что вот организаторы фестиваля все это делают бесплатно, а все эти пожертвования и переводятся в благотворительные фонды. Это настоящая, абсолютно чистая благотворительная деятельность. Ну вот по итогам этих игр еще хочу спросить вас, вот чисто по-человечески, вы были удивлены вашими сотрудниками, насколько они подкованы умственно, насколько они сообразительные, находчивые? Да, конечно, были удивлены. Да. И кто-то, возможно, раскрылся именно в этом. Кто-то раскрылся, кто-то раньше вроде не был как-то на особом счету. Кто-то раскрылся, и, знаете, были такие команды, от которых мы вообще не ожидали, что они там будут занимать какие-то призовые места или даже побеждать. И что самое было интересное, что люди, зная опыт первого турнира, уже готовились ко второму. То есть не просто вот, а прямо разбирали конкретные вопросы там и взаимодействие в команде. А еще это тоже было видно. А еще можно устроить, к примеру, соревнования по «Что, где, когда» между вашими представительствами в районах, ну и вообще фантазировать можно бесконечно. Мне кажется, что это как раз очень развивается сейчас вот эта тема, потому что у нас в редакции тоже есть поклонники этой игры, которые играют каждую неделю и, скорее всего, участвовали в этом турнире, поэтому люди встречаются, это еще и обмен какой-то контактами, да, обмен там знакомства. Это да, очень просто посмотри друг на друга. У нас ведь что-то вроде городской лиги, да, существует? Да. Городская лига есть. Многие, кстати, об этом знают. Именно в ней можно поучаствовать, в том числе и индивидуально, и от какого-то предприятия. Что еще? Ну и вот с этого года, как рождаются идеи, могу еще сказать, у нас создан молодежный совет на базе нашей организации. Вот очень много идей как раз из молодежного совета. А они как-то отличаются от их идеи? То есть на что сейчас ориентирована молодежь? Молодежь, она тоже ориентирована на благотворительность. То есть как ни странно, да. Ну, если мы это прививаем сотрудникам, молодежь тоже у нас работает. И поэтому тоже предлагают какие-то проекты. И вот я думаю, по концу года мы соберемся в конце года и посмотрим идеи на следующий год и что-то реализуем совместно. А что это вот еще раз, как это вот все происходит? Мы же понимаем, что все это стоит определенных денег и выделяются определенные бюджеты. Да, определенные. Есть какая-то статья в бюджете предприятия, которая на такие вещи полагается? Да, есть и определенные бюджеты, которые, конечно, есть какие-то плановые вещи, да, вот те же детские дома, вот, которые мы поддерживаем. Вот, а есть акции, которые мы проводим и привлекаем средства сотрудников. И у нас, в принципе, я помню, в 55 добрых дел была акция по больным животным. По больным животным была такая акция. И мы были удивлены просто, что сколько денег некоторые люди сдали. Вот, ну вот, я не буду говорить суммы, но мы были очень приятно удивлены, на самом деле, что наши сотрудники так трепетно относятся к больным животным. Потом вы передавали эти деньги в какие-то ветклиники или зоозащитникам?
Да, нас потом передавали. Все, это понятно. У нас, в принципе, несколько, по-моему, организаций, да, в городе существует, которые регулярно сообщают о том, что нуждаются. Надо сказать, что у нас есть, кроме организации ветклиники, которые вот на такие благотворительные деньги организуют... Дари добро сразу приходит. Организуют мне, лечение, да, животных. Это, конечно, очень важно. Правда. А кроме того, что есть постоянный бюджет и переменная какая-то составляющая, да, мне очень нравится, что вы об этом рассказываете. И мы все время тоже стараемся об этом в эфире рассказывать. И каждый раз, когда мы говорим о социальной ответственности, благотворительности и прочее, мы говорим о том, что вовсе там не скромность и не за замалчивание этих вещей является там очень важной там, чертой благотворителя. Напротив, потому что благотворители должны пропагандировать такие идеи вот, социальной ответственности и благотворительности в обществе. У нас, между прочим, это веяние не так давно стало распространяться по России. И эти опыты обязательно нужно озвучивать. Обязательно. Потому что нужно знать, там, с кого брать пример и вообще, что существует. Вот вы сейчас рассказали про какие-то вещи, которые даже мы с Володей не знаем, хотя уж в этой студии столько мы рассказывали про разные акции, но совершенно понятия никакого не имели. Вот благодаря вашей пресс-службе мы получили там некий список того, что вы делали, но я что-то вот... Вот я нашла. 29 ноября, Международный день благотворительности, который называется «Щедрый вторник». Я вчера прямо, у меня был такой выкрик в студии, потому что я слушала как раз программу «Чувствительно» есть на московском «Эхе», на Большом. Это программа, где рассказывают Светлана Сорокина и... Боже мой, Ирина Воробьева, они рассказывают о таких благотворительных вещах, приглашают людей. И как раз говорили о «Щедром вторнике». Я впервые слышала о «Щедром вторнике» и была так удивлена, увидев в вашем списке вот эту акцию. Вот сейчас после небольшого перерыва расскажите про нее, пожалуйста, о вашем участии, поподробнее. Да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается разговор, и мы здесь беседуем с нашими гостями из компании «Газпром газораспределение Киров» Вадимом Николаевичем Баракиным, заместителем гендиректора и главным инженером компании, и Александром Юрьевичем Чиликиным, заместителем гендиректора по общим вопросам компании «Газпром». Вот, Вадим Николаевич. А я хочу Вадиму Николаевичу тоже вопрос задать. Нормально, я начала, ты перебиваешь. Ты задашь после меня, ладно? Вадим Николаевич, вот вы молчите, сидите сейчас, пока Александр Юрьевич рассказывает. А вот все он правду говорит? Что действительно у людей становятся лица светлее, когда они участвуют в этих акциях, и действительно они с энтузиазмом воспринимают новые идеи вот этого творческого коллектива, который их приносит в компанию. Да, безусловно, это так и есть на самом деле. Поближе к микрофону. Да, вот я очень удивлен, что молодежь сейчас такая активная, участвует буквально во всех мероприятиях, сами предлагают какие-то новые направления. Вот я работаю в этой организации сравнительно давно, 26-й год. Раньше, безусловно, да, вот этого не было. Вот, то есть это все равно лет, наверное, 5, не больше в Кирове развивается так активно. В Кирове конкретно. Ну, может быть, да. Да, вот где-то так, у меня такое ощущение. Но у меня мысль на самом деле была о том же. Попросить Вадима Николаевича сравнить, что было в советский тот же период, и что сейчас происходит. Да, действительно. В общем, по большому счету, вам нравится. Да? Ну, безусловно, да. А вот что-то у вас было за акция с книгами и библиотеками? Ну, акция с книгами, она продолжается, она еще не закончена у нас. Называется «Подари книгу сельской библиотеке». Идея возникла совершенно спонтанно. Мы знаем, что обеспеченные сельские... Они остались еще. Мало того, мы же ездим по районам области, и это все работает, и люди ходят и берут там книги и читают. Вот. И как оказалось, мы же понимаем, что в сельских библиотеках совсем скудное финансирование. И достаточно кое-где скудный книжный фонд. И мы решили вот среди своих сотрудников провести такую акцию, собрать книжки, которые не нужны по каким-то причинам дома или прочитаны, и передать эти книжки в фонды районных и сельских библиотек. Вот связались с библиотекой имени Герцена, они с радостью откликнулись на нашу идею. Вот и поэтому, когда мы соберем книжки, по-моему, до 20 октября у нас эта акция будет, завтра последний день. Вот. Как жаль. Хотела вас спросить, могут ли, например, наши слушатели присоединиться к этой акции и тоже поучаствовать? Я думаю, могут.
Что же мы... А я еще бы более острый вопрос задал. Да. Могли бы вы на себя взять ответственность вообще в масштабах города организовать? В масштабах города? Мы подумаем. Да. Мы бы поддержали вас с удовольствием. Потому что вот, да. Я думаю, что у многих нормальных людей сердце кровью обливается, когда они идут мимо мусорных баков и видят стопки книг, выкинутых совершенно книг. Верно. Понятно, что кто-то делает ремонт, возможно, если это действительно востребовано, мы бы вас прям поддержали. Да, мы подумаем, потому что, вы поймите, мы книжки соберем, но распределять их будет библиотека имени Герцена. Они справятся с таким объемом книг. Спросим. Да, и хорошо. Поэтому... Почему бы нет, да. Хорошо, да. Вот видите, практически новый проект у нас родился в эфире. Да. А я вам еще один новый проект предложу прямо в эфире. Ну, подумай тогда. А в связи с тем, что вы экологически ориентированная организация, а следующий год — это год экологии, мы хотим все-таки какие-то мощные проекты тоже организовать. Вот буквально наш холдинг, администрация города, общественные палаты, может быть, вы, опорный вуз, кстати, в этом участвует. Поскольку год экологии, очень хочется, чтобы наш город был, он и сейчас достаточно зеленый, но чтобы он такой, знаете, был структурированный, чтобы зеленые часто участки, которые похожи больше на... как это называется? Вытоптанное нечто, выгуленное. Да-да-да. Чтобы они превратились в такие мини-скверы. И даже уже городская администрация, она сказала, что может нам назвать 100 пунктов в городе Кирове, где есть территории, не предназначенные под застройку, и можно их перевести в зеленые зоны. Вот такой интересный проект мы можем вместе с ответственными предприятиями организовать в следующем году для наших жителей совместно с ними. Вот подумайте, может быть, вместе поучаствовать. Сделаем город лучше. Да, совершенно. Совершенно верно, да. И все-таки про «Щедрый вторник» мы подробно не поговорили, который у нас... Который надвигается. 29 ноября. 29 ноября будет отмечаться Международный день благотворительности. Также его еще называют «Щедрый вторник». То есть это можно устроить какую-нибудь акцию в поддержку благотворительной организации, присоединиться к каким-то существующим проектам или придумать и реализовать свой проект Дня благотворительности и предложить друзьям, коллегам, знакомым присоединиться и поучаствовать. Вариантов много реализации этой затеи, и как они все показывают, благотворительность может быть очень личной и неформальной. И для нашей компании, и для других кировских компаний можно рассмотреть несколько вариантов участия. Например, такие как пожертвовать средства в региональную общественную организацию «Родители детей-инвалидов. Дорогу и добра». Вот. Можно организовать сбор макулатуры среди сотрудников. Мы будем к этой дате организовывать у себя обязательно. Сделать пожертвование в виде однодневной зарплаты сотрудников. Можно провести так называемый доброланч. Это когда коллеги готовят дома еду, приносят ее на работу, а деньги от обеда, которые должны были быть потрачены в этот день, опускаются в специальный ящик для пожертвований и, соответственно, передаются благотворительному фонду. Я думаю, это будет очень интересно. Запоминающийся формат. Да. Каждый свое фирменное блюдо приготовит, угостит коллег и, соответственно, этим самым поможет детям, которые в этом нуждаются. Ну, понятно, о чем идет речь. Хотел сегодня пообедать на 100 рублей, да? Да. А, приготовил что-то сам заранее. А соточку сложил. А соточку положил в общий котел, да. И потом это будет на благотворительные дела и вещи перечислено. Мне вот это, насколько я понимаю, это международный все-таки формат. Да, международный формат. Идеи. Мне нравится, что он такой без ограничений. То есть, в принципе, компании сами могут придумать и выбрать. Да, вот, да, можно еще что-то там придумывать. Что будет делать. Это хорошо. Хорошо действительно, что это наступает. Ну что, наша программа плавно движется к своему завершению. Однако хотелось бы нашим гостям задать следующий вопрос, который пришел в ВКонтакте. Простите, что он сейчас не про социальную ответственность не про благотворительность, но мы ответственны перед нашими слушателями и зададим. Я только тоже не уверена, что он к вам относится. Слушатель из Мутнинска дозвонился до нас и спрашивает. Нас можно слушать онлайн просто, если мы не долетаем до Мутнинска, но по интернету нас слушают. Эх, Кирова.ру сайт, напомню. Да, а Мутнинск газифицирован. Он хотел газифицировать свой дом. Это, видимо, редактор пишет. Он хотел, слушатель нас, который находится в городе. Обращался в местное подразделение «Газпром», отвечающий за подключение и в Кировское. Из Кирова пришел ответ, что подключение у частного дома обойдется ему в 999 тысяч рублей. Да, это почти миллион. За эти деньги, говорит он, можно построить дом. Что делать?
Вадим Николаевич, как главный инженер, наверное, компании, прокомментирует. Ну, речь, скорее всего, идет о том, что дом находится в месте, где отсутствуют газораспределительные сети. И чтобы его газифицировать, нужно не просто провести газопровод по участку потребителя, а нужно еще довести до него сети от существующих сетей. Вот. Поэтому именно сумма вот и выливается в такие цифры, да. И у нас это тоже есть в отдаленных районах, получается, или это может быть нет, здесь, это может в пригородах, быть и в Кирове. И в Кирове это и в Кирове, да. То есть в том же поселке Новом, там, ну, не весь он, не полностью газифицирован, скажем, может присутствовать техническая возможность газификации в необходимом, ну, или в подаче необходимого объема газа, но в связи с отсутствием распредсетей, значит, ну, это может достаточно в дорогостоящую вот выливаться такую это ситуацию. Это может быть, да. Нет ничего невозможного, но все упирается вот в эти проблемы. Да? Да. Да. Ну, не знаю, раз уж серьезными вещами решили заканчивать, то возвращаясь ближе к теме первого часа. Звонок. А, есть? Ну, давайте. Да. Я предвкушаю, что у нас тоже будет довольно серьезный вопрос. Слушаем вас. Алло, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Добрый день. Это Самутинская, потребитель. Наказ. Вот я хотел спросить. У меня точка подключения. Вы сейчас сидите, разговариваете. Вот там вести далеко, 200 метров от моего дома находится, понимаете, нет? Нет, вы, да. Ну, 200 метров, да, сколько находится? Сейчас вам мне пояснят. Мне пришло 999 это рублей. Это тот самый слушатель, дозвонился. Вернее. Что, как это может быть? Так вот вы просто, да, слушайте сейчас внимательно. Вадим Николаевич пояснит, что это могло бы быть, наверное. Ну, вот еще раз говорю, точка подключения. Метров. Да, мы вас услышали, спасибо. Спасибо. То есть точка подключения может находиться и в 200 метрах, но, опять же, что понимает абонент под точкой подключения? То есть это может газопровод с необходимым давлением, которое можно напрямую подать уже в жилой дом, а может оказаться и сеть газораспределения, где давление быть в сотни раз превышающее то, которое нужно подать. То есть для этого необходимо его редуцировать, пройти по территориям, скажем, где есть дорожное покрытие, еще что-то, то есть там не простым скрышным способом, а применять какую-то технику, допустим, методом горизонтально направленного бурения. Вот, в общем, в любом случае нужно посоветовать, да, пригласить это специалистов, да, ваших это представителей, да, и проконсультироваться специалистов. Нет, в каждом конкретном, да, случае нужно разбираться. Наверняка, если есть сумма, то составлялась смета, и, ну, она не просто так на голом месте, то есть объясняли, из чего она складывается. Прокомментировали, да, случай, да. Все. У меня еще вопрос, который давай, я хотел успеваешь задать. Я как мужчина, да, прекрасно знаю, что газовым оборудованием у нас торгует огромное количество магазинов, да. Вот что вы посоветуете? У них должны быть документы соответствующие. Как я должен убедиться в том, как что это оборудование, да, безопасное, что его действительно можно ты использовать? Сейчас плиты имеешь в виду газовые? Нет, я имею в виду всевозможные инфраструктуру, вот эту вот колонки газовые и так далее и тому подобное. Вот с этим существует проблема? Ну, проблема, она существует, и я сейчас взял бы более вопрос широко, осветил. То есть это не только, скажем, газоиспользующее оборудование, но это и трубы, это те материалы, которые, в принципе, необходимы для газификации, да-да-да, как дома, так, имею и, в виду, да, так и некоторых предприятий, организаций. Вот наша головная организация, она организовала добровольную систему сертификации газового оборудования. Она называется ГАЗ-СЕРТ. Поэтому при выдаче технических условий на проектирование мы всем рекомендуем именно, чтобы оборудование было, имело этот сертификат ГАЗ-СЕРТ. Что оно дает? Там несколько более жестко выставлены требования к производителям по межповерочному интервалу, то есть от одного обслуживания до другого, по сроку службы, ну и ряд других мероприятий, которые потребитель, чтобы остаться на рынке, вынужден соблюдать. То есть это оборудование, оно прошло и лабораторные испытания, и документарные проверки. Поэтому мы рекомендуем, мы не можем этого требовать, но мы рекомендуем. Во всяком случае, вот, в своей технической политике мы именно этим руководствуемся. Получается, что придя в торговую точку и приобретая что-то вот для газовых коммуникаций, я могу сразу же спросить, есть ли у вас сертификат ГАЗ-СЕРТ? Да. Да? Это ваше право. Угу. Если мне отвечают «да, все в порядке», то уже вообще, повод а разве должен доверять. Володя прийти покупать это, а не какой-то там специалист? Не, ну как это обычно происходит? Вы можете у нас в компании, да, купить. Да. У нас уже оборудование все проверено и как раз имеет необходимые сертификаты.
Ну, то есть все равно не один пришел, не только на сертификат, а как-то со специалистом, Володь, ты поаккуратней с газовым оборудованием. Главное, напомним, проверять регулярно. Да, я к чему? Все-таки техника безопасности, все-таки обращение к специалистам. Да, вот это самое важное, когда мы касаемся вопроса там, газа, газового оборудования и газификации. И мы благодарим сегодня наших гостей. Вадима Варакина, заместителя генерального директора и главного инженера компании «Газпром» газораспределение «Киров», и Александра Чиликина, заместителя гендиректора по общим вопросам компании, что пришли к нам в гости. Мы уже поняли, что мы еще встретимся, наметили для себя темы. Правда, было очень интересно. Светлана Занько, Владимир Сметанин. Прощаемся. Да, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Хорошего дня. До свидания.